Если у вас в автоматической коробке передач пропала задняя передача, а также третья и четвертая, смотрите дальше. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Всем привет! Меня зовут Виталий, вы на моем канале. Сегодня мы разберем такую проблему, как пропажа задней, третьей, четвертой передачи в автоматической коробке передач. Зачастую эта проблема касается только автомобилей, у которых всего лишь 4 передачи. Но самое немаловажное в этой проблеме, что первая и вторая передача отлично работают. И в автомобиль без никаких проблем едет вперед. На пониженных оборотах нормально. Хотя иногда присутствует такой нюанс, когда вы едете на второй передаче и вроде бы знаете заранее, что все не работает третья и четвертая, но она зачастую иногда включается и третья, и четвертая, и все вроде бы ничего, как бы все ничего, хотя это все происходит с таким необычным рывком, либо с очень длинной задержкой. Хотя бывает и такой вариант, что наступает очень сильная пробуксовка и включается третья передача на повышенных оборотах. Ну, что зачастую лучше, конечно, такого не делать. Лучше доехать до ближайшего сервиса до пониженной передачи на аварийке. Стоит отметить, конечно, в данной проблеме, что автоматическая коробка передач зачастую изнашивается пакет фрикционов, который отвечает в том числе и за заднюю и переднюю передачу. Также редко встречается, но этот симптом бывает, разрушаются масляные уплотнители в кольцах у муфты. Также сюда можно приписать все неисправности с тормозной лентой. С такой поломкой в сервис отправляются, в принципе, не часто, и сервис справляется с ней недолго, но главное доехать вовремя до сервисного центра. И ремонт обычно в таких ситуациях не сильно опустошает кошелек, хотя это тоже субъективно, в зависимости от модели автомобилей, в которых случилась такая ситуация. Ведь все вычисленные перечисленные причины встречаются довольно в старых версиях в коробках передач, и зачастую запчасти такие тоже иногда бывают редкостью. А если видео вам было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео, и до новых встреч. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.